Снег кружится, искрится, замело вокруг. Новый год в окно стучится. Посмотри, мой друг, чудесами полон город. Огоньки горят, и на этот важный повод все домой спешат. Календарь перевернется, новый день придет, и отпразднуем всем миром праздник Новый год. Так, кто это тут? Ага, посмотрим. Фух, ну вот, все разобрал. Вот в этой стопке письма тех, кто в этом году вел себя хорошо, а вот в этой, кто плохо. Елизавета? Здравствуй, внучка. Ты посмотри, кто к нам в гости пришел. Елизавета, с наступающим Новым годом! Ты, наверное, вела себя хорошо, раз дедушка пригласил тебя к себе домой. А это мы сейчас и проверим. И если ты слушала с близких, помогала им, то увидишь, какой замечательный подарок ждет тебя. Дедушка, Буран вернулся! А я белку встретил. Она просила орешков к празднику, а то все снегом засыпало. В моей волшебной книге собраны самые разные истории со всего мира. Хочешь, расскажу про Бурана? Смотри. Давным-давно я нашел в лесу замерзающего щенка. На улице завывало вьюга и дул ветер. Поэтому щенка мы назвали Буран, что означает «сильная метель». Щенок был совсем маленьким, не больше ладошки. Вы взяли его к себе, отогрели, откормили, и он вырос большим и сильным, настоящим верным помощником. Буран понимает язык всех животных и птиц, помогает им. Он всегда готов выручить друзей и служит верой и правдой Деду Морозу. Рад всем помочь! Дедушка смастерил Бурану особый ошейник, который позволяет понимать, что он говорит. Тебе понравилась история про Бурана? В книге собрано много историй. Вот, к примеру, эту ты быстро узнаешь. За тенистыми лесами, за высокими горами живет-поживает красивая и добрая девочка. Ага. Настоящая путешественница. Много где побывала. Так, ага. Она словно принцесса в этом платье. Ага. Иногда шалит. Это же надо так придумать. Ага. Она любит купаться и плескаться. Плавает, как дельфин. Ты узнала, о ком история? Да-да. Елизавета, ты большая умница. Так хорошо учишься. Эти знания тебе сильно помогут в жизни. Когда вырастешь, сможешь стать кем захочешь. Горжусь тобой. Что такое? Смотрите, гирлянды погасли. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну-ка. Ты смотри, внучка. Машина для подарков выключилась. Непорядок. Подозрительный звук. Там. Молодец.
Веди нас, Буран. Кто это смотрит на меня из темноты? А ну, покажись! Ой, дедушка, что-то мне страшно! Спрячься за меня, не бойся! Посох, путь мне озари, ярким пламенем гори! Фу, да никакие это не глаза! Это лампочки на моем волшебном верстаке! А я-то старый забыл про него. На этом верстаке я волшебный ошейник для Бурана смастерил. О-о-о! Так вот что мешало. Вот так-то лучше. Ну почему же он проснулся и заработал? Верстак включается только тогда, когда он нужен. Кажется, я знаю, почему он заработал. Скоро вернусь. Вот куда же он побежал? Ничего не сказал. Вот по что я ему ошейник делал? А по утрам не замолкает. Ну вот, все работает, как прежде. Ой, Снегурочка, ты смотри, все письма перемешались. Ай-яй-яй, все письма перемешались. Ой, ну и где же тут твое письмо? Так вот оно. Да? Ой, спасибо тебе за письмо. Ага. Красота! Быстро же ты вернулся! Буран, ну и куда это ты убегал? О, ты смотри, кто к нам пожаловал, а? Это мои друзья. Они были неподалеку, я пригласил их отпраздновать Новый год всем вместе. Какой миленький поросенок! Он уже почти взрослый. Это мини-пиг. Малыш, не бойся. Заходи внутрь. Давно хотел спросить. А вы, случайно, не родственники? Просто спросил. А что случилось? Почему письма на полу? Это ветер, озорник. Все письма перемешал. Ох, и не успеть мне по новой их по местам разложить. Вот как быстро узнать, кто хорошо себя вел в этом году? Не переживай, я помогу. Все животные на свете мои друзья. Давай спросим у них. Я сейчас. Ой, спасибо тебе, Буран. Так мы с тобой мигом управимся. А скажи-ка мне, как вела себя наша гостья? Сейчас узнаю. Елизавета, все животные, которых ты встречаешь, друзья Бурана. И кошки во дворе, и птицы на деревьях присматривают за тобой. Относись к ним по-доброму, с заботой. Никогда их не обижай. Буран, что говорят тебе твои друзья? Всю правду мне расскажи. Мне говорят, что она вела себя очень хорошо в этом году. Какая же ты молодец! Друзья Бурана очень внимательно приглядывают за детьми. И если они уж сказали, что ты вела себя хорошо, то значит и мне переживать не стоит. Я уверен, что в следующем году ты тоже будешь примером для всех.
Обещаешь порадовать Дедушку Мороза? Елизавета, будь доброй и заботливой. Это верный путь. Запомнила? Молодец. Прислушайся к моему совету, и увидишь, что твои родные будут очень рады. О, машина твой подарок сделала. Хочешь узнать, что я приготовил для тебя в этом году? Этот подарочек будет ждать тебя под елкой. Елизавета, надеюсь, тебе понравилось у нас в гостях. Желаю тебе волшебного Нового года. Верных друзей, новых свершений и удивительных приключений и открытий. Хорошего настроения. Пусть Новый год будет добрым и радостным. Пусть твои мечты сбываются. Слушайся близких. Видно, мой верстак не просто так включился. И для вас скоро подарочки будут. Старшинник, о, он говорит, нет, это я говорю, амапсеть. Сколько тут подарков. Как же Дед Мороз все это успевает развозить, а, мини-пик? Я бы на машине развозил, но ко мне только мини-подарки поместятся. Эй, дружище, а ты тут морковку не видел? Где-то оставил. Смотрите, я мопс-мороз. Не-не-не, Дед Мормопс. Новогодние огоньки. Ребят, а давайте елку на пол положим. Так, на чем там стоишь? Ребята, там кот хочет елку уронить. Заяц, тебе все равно? Ну, если бы он морковку собирался уронить, тут другое дело. Но для начала ее нужно найти. А, так она же дом лежит. Фух. Ничего я не собирался уронить. Я беда. Я все время на столе лежал. Я мог максимум эти письма уронить. Ну, кстати, неплохая идея. Не-не-не, только не письма, их только разложили. Да ты что? А он что? А ты что? Мопс, ну потом договоришь. Все, потом позвоню. Счастливого Нового года!